Доброе утро. Я уже отвела Полину в школу, покормила собаку, сделала себе кофе, взяла йогурт. Сейчас буду смотреть телевизор, пока мне не позвонят и не скажут, на какую работу там надо идти, на квартиру, то есть. Поэтому сидим, ждем и кушаем. Поставила за окно кормушку. Еле закрепила я ее, конечно, только жаль, что, наверное, видно ничего не будет Полине. Но если только отсюда будет смотреть... Надо, наверное, ее на это окно пододвинуть. Потому что там прям аж очень далеко. Но туда насыпать удобно. Потому что если здесь буду постоянно открывать окно, то оно будет вечно шататься. Короче, не знаю. Пусть висит, наверное, пока так, а там, если что, перевешу. Ну, в итоге, вот, другое дело. Я поставила там на подоконник подставку, и на нее поставила кормушку, и в итоге вот такой вот... получился вид, так что... И привязала ее к батарее, чтобы она не упала, потому что там машина обычно внизу стоит, поэтому ну он нафиг. Ну, короче, сейчас посмотрим. Вон, уже прилетела одна. Залезет она, не залезет. Ну, эти, как правило, видят все. Нет, им сало нужно. Все, забрала я уже, и сегодня снова там букву «Э», букву «И» написать, и еще там портреты нарисовать, типа семейного дерева. Так что сегодня работы тоже куча. У меня сегодня выходной, поэтому сейчас сядем, будем писать сразу, чтобы не затягивалось. И потом надо будет картошку почистить, и сегодня будем готовить мясо. Сидели сейчас с Полиной, буквы писали. Сижу там на птичек, смотрю, потом вспоминаю, что у моих нет вообще корма. Трындец. Короче, я сейчас выбралась на рынок. Хочу купить корм и посмотреть Полине перчатки. Потому что уже холодно. Поэтому еду за кормом. Все, али дубак. Обалдеть. Все, я уже купила Полине перчатки. Была, короче, на рынке, в магазине. И сейчас поеду домой. Такое чувство, будто сейчас дождик валит. Вот 100%. Только сейчас еще подумаю, как это все объехать. Тут перекопали. Все, я уже возле дома. Сейчас еще идти эту букву «Э» писать. «И» написали, сейчас еще одну. Типа нам еще строчку прописали, чтобы она это все закрепила. Ой, жесть. Так что вот. Даже свет не выключу. Хо-хо-хо! Я тебе подарок сделала. Какой? Вот, это тебе пчелка. Ого! Спасибо. Красиво? Красиво. Я же руки только помою. Все, помытые руки. Так, значит, смотри, что я себе купила. Йогурт. Папе йогурт. Килограмм корма птицам. Питьевой йогурт мне взяла. Семечки с солью взяла. И две штуки вот этого вот. Что это? Вата. Вата. Это мое. Это мое. А папа не любит? А папа не этот самый. Он сказал йогурт ему покупать. Вот рукавицы. Ну-ка, мерей давай. Вон я надела.
Все нормально. И вот в итоге вот такие вот перчатки. 4 рубля за них отдала. Все, можно эти уже отрезать штуки. И эти тоже. Все. Красиво. Все, нормально. А можно я вот это в зиме буду вот эти перчатки носить? Все, в этот в карман, в куртку положи. Как бы вот холодно будешь этот блошный делать. И корма килограмм купила своим этим парафузом. Можно вату попробовать? Не, у меня своя есть. Вкусно? Все, чтобы потом руки помыла последнюю. Все, забирай и иди в комнату. Я сейчас буду этот кофе пить. И сейчас приду, напишем. Хорошо? Я играл. Съедай и напишем. Иначе опять будешь до ночи сидеть. А ложку? Поиграть. Потом. Я с тобой до ночи опять сидеть не буду. Вчера в 10 почти легли. Это ж кошмар какой-то. Я примерно где-то часа полтора успела уже поспать. Вот у меня, короче, размороженное мясо есть. Сейчас я его пожарю. И хочу начистить картошку. Помыла посуду, тут немного у нас было, тут буквально две тарелки и кружки, вот, поэтому вот все чистим картошечку, варим. Сегодня, наверное, просто отварю картошку, если кто-то захочет, то будет пюре, если не захочет, то пусть тогда едят просто целую картошечку с мясом. Все, у меня тут уже в полном разгаре, картошка почти закипела и мясо. Сейчас буду перемешивать это все и выключу водичку. Будет это все жариться, я пойду пока, наверное, в комнату. Чайник снова что-то начал выкобеливаться. Короче, придется, по-моему, мне покупать новый, я так понимаю. Сделала Денису кофе. И здесь немножко порядок тоже навела. Вот в итоге у нас пюрешка и мясо. Пожарила такое. Я люблю, когда сильно так зажаристо. Вот. Ну, на кухне тут еще свет такой, конечно. Вот, короче, сейчас буду кормить Полину и поем тоже сама. И плюс на обед Денису наложу. Не хочу налить кофе попить. Поэтому, кто собирается кушать, всем приятного аппетита. Полина повторяет за мной и тоже снимает влоги. Кошмар, да, у нас Вася и тот телефон, так она там нас снимала, нафоткала, жесть. Вот, все, мы будем укладываться, все потихоньку спать. Поэтому всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.